Мавира 23 мая прошли торжественные линейки, посвященные празднованию последнего звонка. В этом году на Кубани 93 тысячи выпускников. На празднике в Армавире в школе номер 9 с окончанием учебного года ребята и их родители поздравили почетные гости. Хочу вас поздравить с этим праздником и отдельно сказать слова благодарности всему педагогическому коллективу вашей школы, всем педагогам города Армавира, потому что то, что вы здесь такие красивые, умные, перспективные, конечно же, это большой монотонный труд всего педагогического коллектива города Армавира, всех образовательных учреждений, то, что вы все дошли до выпускных экзаменов. Отдельно хочу сказать слова благодарности вашим родителям, потому что одни помогали вам в школе получать знания, другие каждый день с вами дома, это ваши родители, которые и здесь на линейке переживают за вас, и уверен, что вот ихними добрыми молитвами вы все сдадите успешно. В 2023 году в крае участниками последнего звонка стали более 23 тысяч 11-классников и 70 тысяч 9-классников. Слова напутствия педагогам и школьникам Армавира сказал депутат ЗСК Алексей Штаничев. Сегодня звучит последний звонок. Для кого-то из детей это означает переход в другой класс, в следующий. Кто-то выпускается из школы и начинается, можно сказать, новая жизнь взрослого человека. Так вот, хочу поздравить вас всех с этим праздником, выпускникам, кто выпускается, хорошо сдать экзамены, получить хорошие оценки и поступить в те учебные заведения, которые вы запланировали. На линейке в честь последнего звонка в школе номер 9 чествовали отличников, лучших классных руководителей и победителей различных конкурсов. А ученица 9 Б класса Кира Найденко получила похвальный лист за победу во Всероссийской Олимпиаде. Добрые слова в адрес учеников прозвучали и из уст директора. Вы у меня все здоровые, красивые, умные. Низкий поклон нашим учителям. А вам, дорогие мои выпускники, крыльев полета. Растите, идите вперед. Ошибайтесь, падайте, но поднимайтесь вновь и идите еще дальше, еще смелее. Все в ваших руках. Я желаю вам удачи, ни пуха, ни пера. В школе номер 9 в этом году выпускается 11 А. Ребята подготовили для своей классной руководительницы трогательный момент прощания. Сначала они отдали своей второй маме ленточки, а затем станцевали последний школьный вальс. После праздника для них наступит пора экзаменов. В этом году для выпускников 9 классов испытания начнутся уже 24 мая. Первыми они сдадут историю, физику и биологию. А 11-классники 26 мая напишут ЕГЭ по географии, литературе и химии. Экзамены у всех выпускников продлятся до 1 июля. Марина Локтева, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».